90 лет как один миг. Юбилей отметил Центр культуры «Железнодорожник». Первый концерт здесь состоялся в 1933 году. С тех пор ДК стал местом притяжения не только для жителей Шишковки, но и для всех улан-удэнцев. Люди посещали различные кружки, пели, играли на сцене, занимались хореографией и не только. Закипела жизнь, работали кружки, работал кинотеатр. А когда работал кинотеатр, массовое посещение было, аншлаги были, потому что в то время самые популярные фильмы показывались здесь. Всегда работала танцплощадка. В стенах этого здания проходила молодость многих работников железной дороги. Частым посетителем ДК была и Нина Николаевна Мазурок. Она приехала в Улан-Удэ в далеком 73-м году, и те времена вспоминает с теплотой. Мы все, кто здесь в молодости жили, бегали сюда в клуб, на железнодорожный парк, на танцы. Поэтому клуб для нас это был родным домом, это был очагом. И наши дети, и внуки тоже были в этом клубе. Ну и сейчас клуб остается востребованным. Здесь работают 11 творческих кружков, обучая танцам, пению, рукоделию мастеровитые педагоги. Сочетание профессионалов, да, которые у нас в Центре культуры до сих пор занимаются творчеством, и молодых креативных работников дает вот такой положительный, классный результат в работе. Благодаря стараниям коллектива в прошлом году железнодорожник занял первое место среди объектов культуры в СЖД. Руслан Хороших, Жаргал Цырендашиев, Новости дня.